подержи. Блять, опять что-то новое снимай. Бать, ты что за тип нахуй? А дуба не гони. Кого поди? А, сюда положить? Не, мы сейчас покажем сначала всем. Здравствуйте всем, мы хотим вам рассказать, как вы делали другу Данилке споттер. Это такая сварка, вот, для рихтовки машин. У нас мы нашли коробку вот такую. Вот такая вот у нас есть коробка. Из-под старого системного блока. Мы ее немножко заклеили пенофолом. Врезали два кулера, провели вот все провода сюда. Есть у нас разъем под кабель для запуска, правильно? Вот. И в общем сюда мы будем монтировать. Вытащили из старой микроволновки, из разбитой по пьянке трансформатор. Распилили его болгаркой вот здесь, в этих местах. Вот у нас имеется вторая часть. Вторая часть у нас имеется. Вот мы видим следы от болгарки. Отпилили просто-напросто. Взяли кабель диаметром 16 миллиметров сварочный. Какой? Сколько? 50 квадратов. Кабель с сечением 50 квадратов. Медный, многожильный. Со старого сварочного аппарата. Все дома, все под рукой, никуда не надо бегать, ходить. И сейчас сделаем, вырезали из него катушку старую, одну, которая убивает людей напряжением мощностью 3000 ватт. Вот, на нем даже так и было написано, где часть, на которой. Вот, пожалуйста. Дангер. Опасность. Можно убить. Вот. И вытащили из него же, аккуратно выпилили при помощи болгарки. Вот эту весь катушку всю вытащили. И аккуратно руками с двух сторон вытащили вот это все. Таких у нас будет два. Два трансформатора нам нужно собрать, перебрать по новой. Ну вот дальше мы будем заниматься кабелем, подготавливать его под катушку. Предварительно мы его заизолировали простой тряпочкой, которую нашли дома в старом хламе, лоскутком, прихватил края изоленты и места изгиба. Вот теперь вот собрали мы наш споттер уже. Почти готовый. Все у нас уже почти установлено. Остался один трансформатор на кулера. Имеется у нас шнур питания с вилочкой. Магнитный пускатель. Два трансформатора из микроволновки Samsung. Вот, переделали мы их, переварили, удалили то, что нам не нужно было, оставили два хлыста. Это будет споттер, споттер! Вот, есть у нас кнопка от старой болгарки. Можем даже продемонстрировать, как это все примерно работает. Воткни шнур в розетку. Удивляйтесь, вот. Ребята. Загудело все. Все работает. Посмотрим, как работает магнитный пускатель. Ну, будем скоро пробовать. Папа Римский, давай подключай. А ну, Виталик, держи, надо ж массу чем-то держать его. Да я легко туда подойду, нахуй нам надо. Давай я массу подержу. Проверка у нашего споттера. Вот он.
Спонсор. Спонсор нашего показа. Кто наш спонсор показа? Алкаш какой-то. Алкаш, блядь, придумал. Ага. Ну. Отлично. Работает. Все гудит. Пожалуйста. Массу. Проходим. А ну что там с той стороны? Зачищено? Нет, чтоб масса. Да, есть контакт. Подкладывай. Захватывай. Держи. Есть масса. Готов. Ну что, пробуем нашу точечную сварку. Вот она. Работает. Ну, шпилька слабовато, да? Надо медный контакт какой-то. Медный контакт, конечно. Дотла ее смоли. Да, слабо ты же дольше держи. Да ты там умничаешь, еба. Тяну, блядь. Ну что, попробуем. Ух ты. Посмотрим, что получилось. Что, пробуем оторвать? На, держи. Выдерни с розетки и держи. Ах, я туда хоть подойду. Оторвалась. Блядь, вонючий цинк, пиздец какой. Ну, как практика показала, цинк хуйня варится. И воняет нахуй. Что там практика показала? Давай сейчас еще попытка номер 5. Попытка номер 5. Хуйня, давай что-нибудь другое, блядь. Да, пошли ёбнем. Думаешь, надо ебануть? Наш стержень, блядь. Пильку взяли нахуй, сгорает нахуй как. Посмотри, была восьмерка, стала десятка, ебаный свет. Хуйня. Сейчас мы пойдем. Вот мы вчера варили. Вот это с BMW капот 525 серии. Охуй. Да. То есть, ну блядь, то ты его отломаешь, как Антон сказал. Вот, но я его все-таки, блядь, кончил. Вот, оно у нас зачищенное. Сейчас мы его выпрямим. А ну, молотком надо припиздить. Давай молоточек. Где наш? Охуенный молоток. Не, ну, конечно, телочек тут не хватает. Да, телочек. Так это все нормально. Будут тачки, будут и тёлки. С той стороны. Что там, зачищено, не? Даже масло, ебать, приладить. Да, капот от 525 BMW. Сколько капот? Ой, блядь, 6 было. Угу. Ебать, стреляло. А чё не стреляет дальше? Потому что... Дураку дали, да. Порулить. Дураку дали, да. Дали дураку порулить, нахуй. Блядь, что-то... Хули он плавится, ебать. Карандаш. Конечно. Хуйня. Да. Видишь, давай попробуем просто вот этой клеммой медной. Давай попробуем. Клеммой попробуем. Вот так вот. Только и вот смотри сейчас, где пассатижи? У меня, блядь, в руках. Ебать, а я чем буду? Почему хочешь?
Надо это плеер лучше. Так, смотри, стой, подожди. Вот это уже интереснее, 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 ребята. Ну-ка. Давай попробуем. Такие точки, вы охуели что ли? Видно, как она работает, да? То есть с медью гораздо интереснее. Ну, блядь. Сука. Нет, надо что-то... Не добились мы нужного эффекта. Завтра надо взять жилу десятку